не менее частым случается, когда у вас есть, например, обзорное дерево, а у соперника нету, и вы с помощью этого самого обзорного дерева сразу же видите ситуацию на стороне соперника, а он не видит. Чтобы в этом убедиться, мы можем передать ему ход. Вот он вообще без понятия, где вы, что вы делаете и так далее. Там он может побегать шахты какие-то позахватывать, там вернуться назад и так далее. А вы на свой ход, зная о том, что у соперника происходит и что он оставил город пустым, можете просто через своего героя поехать, захватить его город, точно так же через таверну купить своего какого-нибудь героя и поехать, в общем-то, здесь у него может быть как-то скупиться и устроить ему, в общем-то, какую-то битву. Неожиданную для него. Или засесть внутри города и давать ему отпор там. Давайте рассмотрим с вами еще один довольно интересный стратегический момент. Рядом с вашим городом, ну или с городом соперника, может находиться святилище. И вы можете сесть внутри этого святилища, и соперник не сможет вас атаковать, пока вы будете стоять внутри него. Вот давайте мы передадимся на синего игрока. Смотрите, он вас находит. Но он, когда он наводит на что-то мышку, он, в принципе, имеет возможность захватывать, да? И наводя на вашего героя, должен был бы появляться меч. Но пока вы стоите на этом объекте, на святилище, он не может вас атаковать. Никогда, ребят. Поэтому он вроде как вас и видит, но ничего с этим поделать не может. В свою очередь, он не может рисковать своим городом, иначе вы этот город можете просто-напросто у него забрать. Ну а сидеть постоянно на одном месте он тоже не может, потому что вы где-то можете бегать другими героями развиваться, а он, получается, должен сидеть на одном месте и не развиваться. Это, конечно же, для него будет огромный минус. То есть, что он может сделать? Он понимает, что вы в любой момент можете отсюда выбежать и захватить город. Ему нужно что-то придумать. Самый оптимальный вариант, ну если здесь армии не очень много, то защититься можно просто построить цитадельку и поставить как минимум 7 стеков. Даже если это будут единички, неважно. Главное, чтобы их было много. И таким образом делается защита от ложков. В идеале, конечно, чтобы здесь стоял замок и единички, но пусть даже такая защита, она уже неплохо поможет. А вы со своей стороны можете попробовать добежать до его города и забрать у него. Если у одного из игроков не остается ни одного города, у него есть всего лишь 7 дней на то, чтобы какой-то город захватить. Иначе, независимо от того, насколько сильна его армия, насколько много у него героев, проходит 7 дней, они все пропадают и автоматически поражение. Поэтому вот, допустим, мы сделали так. Теперь смотрим, какая ситуация. Здесь писалось, что через 7 дней вы исчезнете. Вы смотрите, сюда вы не можете ехать, потому что здесь охраняется герой. Давайте попробуем добежать до города соперника. Добегаете до этого города. Не видите, конечно, что там происходит. Какая-то есть охрана. Но вообще вам может показываться, что есть какие-то единички. Ну и думаете, ладно, поехали, захватим. И каково ваше удивление, что здесь настолько прям много единичек. Причем эти единички, видя, что у вас герой-специалист по метеоритке, старается расставиться таким образом, чтобы метеоритка не могла бить по нескольким сразу. Вот каким-то таким образом. У вас есть метеоритка, вы смотрите, никак не можете зацепить никакие 2 стека. Это уже беда. Но хотя бы по каким-то стекам бить надо и начинаете бежать вперед. А соперник просто стоит внутри замка и пропускает ходы. А вам нужно ждать, пока будет какая-то лазейка, чтобы забежать внутрь. Такой лазейки пока что не возникает, маны на большее не хватает. И приходится стоять и ждать. В свою очередь это в итоге приведет к поражению. Вот появляется проход. Причем, наверное, этот проход будут проверять скелеты. Больше некому. Надо их Ну,
Так что таким образом можно подставить оппонента. Ну, даже если ложка какого-нибудь поставите, вы все равно будете держать соперника в такой интриге и затягивать время, заставлять его отвлекаться, а сами в это время решать какие-то свои проблемы. Поэтому вот такие вот стратежные святыни, святилища точнее, их нужно иметь в виду и понимать, что вы их можете использовать себе в плюс. Главное, чтобы пока вы здесь стоите, другие герои у вас не страдали ерундой, и они, в свою очередь, следили за тем, чтобы города у вас не заканчивались, чтобы вы давали какой-то отпор и так далее. Можно за счет святилища и по-другому, там, например, вы разведали, где находится оппонент, стали на святилище, соперник, в свою очередь, куда-нибудь убежал, он не знает, где вы находитесь. Поехал там воевать, ресурсы собирать и так далее. Приходит ваш ход. Вы быстренько побежали. Захватили у него город. И стали назад. Он опять вас не сможет атаковать. А в городе уже вы над ним издеваетесь. Строите цитадель. Оставляете какие-то единички. И уже синему игроку надо будет думать, а как же ему этот город вернуть. Он точно так же едет назад, но тут его тоже с огромной долей вероятности будет ждать поражение. Здесь все просто продолжают стоять на месте. Есть, правда, щиток, но в данном случае он не особо поможет. Так, появилась возможность подлететь поближе. Все стоят. И пошла жара минусовать разные стеки между собой. По двум минам прошелся еще минус стек. Тут можно накинуть даже щиточек, хотя он тут не особо-то и нужен. Можно зайти внутрь, но, к сожалению, слишком мало здоровья остается. А вот минусуется башенка. И вот теперь, скорее всего, город все-таки заберется. Неожиданно, но да. Давайте ворота вскроем. Заблокируем выход для остальных. И после этого наваливаетесь. То есть город все-таки этот герой даже умудрился себе вернуть, но при этом потерял очень много армии. И все из-за того, что вы его подловили. После этого он может опять попробовать или побежать за вами вдогонку, и в итоге не добежать, как в этот раз. Или развернуться, опять побежать, заниматься своими делами. Но даже если он вас находит, он вас атаковать не может. А вы можете провернуть эту же сделку еще раз. Опять забегаете в город. Ну, допустим, даже он выкупился здесь, да? Вы оставляете свои какие-то единички. И опять возвращаетесь. Ну, в этот раз, правда, не успеваете стать, да? Ну, бывает и такое. Но сопернику в любом случае это последний город, надо думать про то, как этот город вернуть. И если он в этот раз поедет захватывать этот город, опять же сделать это будет крайне и крайне сложно. Очень быстро все минусуется. В этот раз уже точно без шансов. Ну и все. И таким образом вы сразу же будете праздновать победу.